Приветищи! Это Супраленд, и мы продолжаем наше с тобой увлекательное путешествие по этой песочнице. В прошлой серии мы остановились на входе в Оранжбург. Нас тут уже встречает охрана. Ну что ж, пойдем. Привет, ребята, я к вам в гости. Ты, стой здесь! Пропустите меня. О, королева, привет. Добро пожаловать в Оранжбург, правонарушитель. Охрана, наденьте наручники на этого странного цвета индивидуума. Королева Кельда, подождите, ваше величество. Минимум, что случилось, почему ты здесь? Дело в том, ваше величество, что этот чужак спас мне жизнь. Это не важно, мы не ведем переговоров с инопланетянами. Обалдеть, я инопланетянин для них. Ну, ваше величество, он не инопланетянин. Он спас мне жизнь от скелетов. И что с того? К тому же и сам профессор Хильдегард хочет изучить этого чужака и его корабль. Спасибо тебе, профессор. Она говорит, что он позволит нам ускорить наши исследования. Ну ладно, чужак. Мы готовы предоставить тебе временное убежище. Временное. Фух, кажется, пронесло. Чужак, я возглавляю мастерскую этого города, так что, если что, приходи к нам. Окей, загляну к тебе обязательно. Да уж, вовремя этот ученый прибежал. Что ж, я его спас тогда? Ну что ж, вот мы и в Оранжбурге. Посмотрим, как здесь, чего здесь. Очень интересненько. Город ни на что не похож. Ни на город голубых, ни на город красных, если ты помнишь из прошлых частей. Ну, прикольно, здорово. О, ракета. Чувак нас куда-то зовет. Чё ты хочешь? Ты кто такой вообще? Здорово. О, чувачок, как насчет гонки, а? Хочешь со мной забег устроить? Кто первый, тот и победил. Ну, давай попробуем. Так, вот она трасса. Чё, побежали? Нифига себе, ты посмотри, какой он скоростной. Ты чё, из аниме вырвался? Эй, чувачок. Подожди, я даже так руки не умею делать. Так, он победил. Легко, я тебя обыграл. Плюс 2 секунды. Нифига себе, ты шустрый, а? На 2 секунды меня передел. Да, вот это дело, вот это дело. Я, кстати, видел тут магазинчик. О, коп, здорово. Нифига себе, у них тут даже полицейский участок есть, обалдеть. Ты такой мощный, чувак. Слушай, ты не мог бы мне помочь? Дело в том, что наше отделение обокрали, и этот воришка находится где-то на крыше. На какой крыше? На крыше чего? Вашего участка? Так, как бы нам на крышу залезть? Я думаю, что мы никак не залезем. Даже эти кустики нам не помогут. Так, а ты кто такой? Ты случайно не воришка? Ты кто такой? Королева сказала, что эти двери нужны, чтобы загородить стройку. Но я не верю ни единому ее слову. Ну да, ворота такие зачетные, большущие. Как они их, интересно, поставили. А, магазин. Мы же хотели в магазин сходить. Обязательно. Тут шут стоит. Ух ты, скорость перезарядки нашей телепорт-пушки. А я думал, это снаряд я возьму, и у меня будет телепорт-пушка полноценная. Всего 20 коинсов нужно. Силовой куб, 61 коинс. Блин, я совсем про него забыл, про этот силовой куб. Он нас тогда очень выручал в оригинальной игре. Так, а это что за шут? Кстати, посмотри, он не оранжевый, не красный, не синий. Он на стиралку похож, на резинку. Помнишь, такие резинки были стирательные? Странно. Чё ты нам скажешь? Прыгай для меня, и я тебе открою секрет. Ну давай, вот я прыгаю. Хочешь победить в гонке? Будь нечестным со своим соперником. О, вот это, блин, совет. Хорошо. Что мы здесь имеем еще? О, кнопочка. Смотри, какая-то кнопочка фиолетовенькая. Понятное дело, что она сработает только от силового куба. Прям тут видно, что нужен силовой куб. И что нам это даст, интересно? Так, вот тут что-то можно сделать. Давай пульнем. Что-то мы разблокировали. А, вон дверку. Дверку мы разблокировали. Сейчас еще разок. Дверка открывается. И сейчас она закроется. Понятно. Идем дальше. Идем вон туда к молоту. Что этот молот тут означает? На него можно забраться, не? Не, короче, это просто реквизит. О. Вы говорите, что его ракета выглядит в точности как наша? Да, точно такая же. Как это вообще возможно? Я думаю, что я понимаю, почему. Чуваки, я вообще-то здесь. Это и есть тот чужак? Отлично. Итак, во-первых, нужно поработать над вашей техникой посадки. Чужак, это профессор Хильдегард.
А еще твоя ракета очень похожа на нашу. Это излишняя информация. Скелеты возле Оранжбурга очень трусливы и не подходят для наших испытаний ракеты. И конечно же вы хотите, чтобы я затестил вашу ракету, да? К тому же эти монстры создают огромную угрозу. Нам нужен кандидат на тестирование. Кстати, ты подходишь под наши критерии. К тому же я уверена, что цвет не сыграет никакой роли в пилотировании машины. А при чем здесь цвет вообще? Руки, ноги есть и все, пучком. А как же руль и топливный запас и... Я полностью осведомлена о ваших недостатках в работе, Минюм. Если вы хотите вернуться как можно скорее к себе домой, вам необходимо помочь нам в поиске металлолома. И тогда Оранжбург будет первым, кто облетит песочницу. Немного металлолома есть в нашем здании. Ну что, теперь я настоящий космонавт, типа, да? Но сперва мне нужно закончить, точнее помочь им закончить строительство ракеты. Нам нужны вот такие вот всякие... Короче, строительный хлам нам нужен. Я, кстати, такой уже где-то видел, но не смог достать. Пойдем посмотрим, что у них тут есть на площадке строительной. Есть миниатюрная ракета. Есть кнопочка, нажмем. Опачки. Я ракету запустил, пацаны. У меня все полетело. Офигеть, как она летает. Она, по-моему, нестабильна, да? Тебе так не кажется? Надеюсь, эта ракета намного успешнее, чем была моя, и она не разобьется. Нет, нет! Черт, катастрофа. Шестеренки, болтики, мусор, короче, который мне нужен для постройки ракеты. Отлично. Я надеюсь, что та ракета, которую мы построим, не потерпит крушения, потому что я их уже не вынесу. Мне достаточно было двух. Моего крушения и вот этого миниатюрного. Кнопочка. Что она? Огонь! Огонь, огнище! Но это сейчас не важно, потому что тут есть монетки. Если я соберу монетки, 20 монеток, у меня будет снаряд для моей телепорт-пушки. Но это не тот снаряд, который позволит мне телепортироваться. Что мы тут имеем? Плюмбус, конечно же. Отвертки, уровень, доски, гвозди. Интересно, что они вот этими гвоздями делают? О! Гвозди, здорово! Я тут с вами потущу. Нет, не буду тащить. Так. Ну-ка, давай сюда пульнем. Ага. И наш шарик выкатился вниз. Он внизу, и там, смотри, сколько хлама. Так, полезли туда. Опачки. Ребятулечки мои хламьёвые. Собираем. Отлично. Уже пол ракеты, как нефиг делать, собрано. Не, конечно же, шучу, даже не пол. Наверное, на ножки хватит. О, это она! Это она! Даже 20 монет не нужно! Ё-моё! Ё-моё! О май гарбл! У меня снова появилась телепорт-пушка. Так. Ну-ка. Ништяк! О, как долго я этого ждал! Ностальгия! Как, блин, какая ностальгия? Это... Эйфория! Эйфория! Теперь я могу сделать вот так вот. Нет, не получается. Плохо получается. Вот так вот и вот так вот. О, да! Ну что, выбираемся отсюда, да? Давай наверх. Нет, так не прокатит. Ну как мне отсюда выбраться? Нет, тоже. Может быть вот эта труба? Нет, это труба не... Хотя, вот смотри, что я могу сделать. Я могу сделать вот так вот. О, теперь я сантехник! Марио отдыхает. Пуляем теперь наш шарик сюда. И он где-то там наверху, да? О, да! Шикардятина, просто шикардятина. Чё? Куда дальше? Нам нужно обязательно собрать вон ту штуку. Вон ту штуку, чтобы поставить ее сюда, по всей видимости. И у нас появится огонек. Огонек для того, чтобы поджарить меня или кого-нибудь другого. Так, я думаю, что нам нужно вернуться назад. Назад. И собрать все элементы, которые нужно было для телепорт-пушки. Но сперва, давай попробуем с нашей телепорт-пушкой выиграть гонки. Я согласен, давай. На старт, внимание. Блин, нет. Давай, погнали. Я бегу! Бегу? Нет? Бегу! Да что такое? А, нет, надо по-другому сделать. Вот оно ты. Надо по-другому. Сейчас все будет. Чё-то тупанул я. Вот здесь вот снаряд оставлю. Давай возвращайся на старт. Даже... Подожди, снарядик. Давай вот тут вот ты будешь. Ага. Вот так вот. О, коварный план. Теперь-то мы его вообще сделаем как нифиг сделать. Хватит жопу чесать. Погнали. И раз, и... Ну... На счет три, да? И раз, и два,
и 3. Давай, беги, беги скорее, ты не успеешь все равно. Очок-очок расстроился, печальный какой. Твою ж налево. Ух ты, сколько он мне дал. Хламья. Круто. Обалденно. Так. Давай попробуем теперь залезть на крышу. Есть вероятность, что... Вот так вот. Воришка. Воришечка. Ты где? Опа. Опачки. Я нашел кого-то, но это не воришка. Я нашел этих прятающих чувачков. На какой же крыше может быть воришка? А чё себе сюда стрельну? Ну-ка. Ничего, снаряд выкатился обратно. Угу. Вот сюда могу пролезть, смотри. Чпиньк. Опа, знакомый чувачок. А, вот ты куда глобус притащил. Ну это очевидно, что карта. Но карта чего? Песочного ящика, где мы находимся? Или, может, это... Чувак, ты близок к ответу. Африка. Прикольный глобус. А нафига ты его спер? Непонятно. Там он еще, смотри, интеллигенция стоит. О, это панки. Посмотри на себя, ты кто такой вообще? Да кто я? Я красный чувачок, а ты оранжевый панк. Ладно, лучше с ними не связываться. Что у нас? Опа. Еще могу сделать вот так вот. Сейчас, решим вопрос. Круто, да? Даже вопрос решать не нужно. Просто вот так вот, хопа! Что мы тут еще можем сделать? Тут есть... Это флешка? А зачем тут флешка? Флешку вытащить я не могу. Хм, она явно... О! Здорово. Эта флешка явно здесь для чего-то нужна. Но для чего? Так, забыл совсем, что мы еще сделали вот такую штуку. Сейчас мы туда наверх поднимемся. Дело в том, что там наверху есть хлам. Оп. Погнали. И не получилось. Вот так вот. Я взял шестеренку? Вот она шестереночка. Там монеточки есть. Надо наверх лезть, там тайничок. Сейчас осмотримся и полезем. На крышах никого не вижу. Ничего и никого тут нету. Предлагаю сделать вот так. Есть. Попаркурим немножечко. Ага. Что у нас тут? А, ну это мы к королеве сейчас придем. Это дом королевы, по-моему. Нет, нам туда не нужно. Мы сейчас залезем вон за теми монетками. Вот так вот. Что, не допрыгнет? Давай, я верю, что смогу. Есть! Получилось, отлично. Теперь надо залезть сюда. И... Ну давай же. Телепорт-пушка, давай. Есть! Это контакт потерян. У меня это почти получилось. И попыточка номер 2. Есть! Все получилось. Это, конечно, сложно, но возможно. Вон туда еще нужно будет залезть обязательно. Как бы мне туда грамотненько запрыгнуть? Нет, так не получится. А вот сюда получится. Оп, монеточка. Есть! Получилось! Залез сюда. За всеми монетками и за тайничком. Тихо, главное не упасть. Что же в этом сундуке? Покажите мне. Ну-ка. Максимум монет X1,5. Ну отлично, теперь вместо 60 монет я могу таскать 90. Щекардятина. Лезем еще выше. Я не знаю, что там может быть, но очень-очень любопытно. Так, наверху. И тут тоже монеточки, и вон там монеточки. Ох, сколько тут всякого интересного, любопытного. Ну туда я точно не долечу. Ладно, спускаемся вниз. Вниз. Теперь сюда. А, вот где я хлам-то увидел. Точно. Запираем. И тут можно как-то пройти. Тут все, да? Угу. Теперь в трубу. Марио тайм! Ого, где мы вылезли? Нифига себе, как далеко. А, кстати, а как насчет колодца? По-любому там что-нибудь есть. Я как знал. Блин, а я походу... А, нет, выбраться смогу. Урон X2. Отлично, у меня телепорт-пошка стал мощнее. Жалко, что мы не сможем пройти в темницу. Ну, это тюремный отсек какой-то. Нам нужен силовой куб.
Поэтому возвращаемся через канализацию. Отлично. У нас все получилось. Еще одна монеточка нужна нам. И у нас будет 20. И мы сможем купить себе апгрейд для нашей телепорт-пушки. Сейчас это устроим. Две монетки. Отлично. Бежим в магазинчик. Мне, пожалуйста, вот этот снаряд. Спасибо. Скорость перезарядки x2. Транслокатор теперь стреляет в два раза чаще. Это здорово. Очень здорово. Ну, а мы сейчас с тобой возвращаемся к началу. Надеюсь, что у нас получится. Давай попробуем. Высоко, высоко. Ага, там стекло. Тут стекло, поэтому никак. Ну чё, пойдем тогда к королевишне. Королевишне. Нашей царицы. Точнее, не нашей, а здешней, оранжевой. Здрасте. Незваный гость. Новичок, аутсайдер. Снова лезет не в свои дела. Почему ты здесь? Ты должен доказывать свою необходимость нашему городу. Да, хорошо. А ты кто такой? Моя королева, не разговаривайте с этим отбросом. Он может собирать информацию внутри нашего королевства. Ой, да кому эта информация нужна? Мне бы поскорее от вас свалить. Пойду лучше в подвал. Можно? Нет, тут закрыто. Эх, хорошо. Короче, мне здесь не рады в этом городе. Вообще капец, как не рады. Но я могу заслужить уважение, допустим, помогая полицейскому. Выиграв гонки, я выиграл гонку и, соответственно, тоже уже заработал уважение. Тем самым посмотрим, как королева потом отреагирует на это все. Ну что ж, предлагаю остановиться на этом. Тебе спасибо за просмотр. Ты знаешь, что делать. Опускаться вниз под видео, ставить лайки и подписываться на канал, если ты еще не подписан. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.